Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 15 августа, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Глава 6, стихи с 11 по 16, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь вновь и вновь обращает наше с вами внимание к второму посланию апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы размышляем над 6 главой, стихами с 11 по 16. И в целом здесь мы видим некую разницу в настроениях, даже в этом отрывке. И в ученой среде библеистов бытует расхожее мнение, что здесь мы имеем два письма, соединенных в одно. Действительно, в предыдущих письмах мы уже говорили о том, что апостол Павел к Коринфянам написал не два послания, а как минимум три. Но одно из них до нас не дошло. И, вероятно, быть может, оно не дошло до нас полностью. Но, глядя на этот отрывок, мы можем предположить и довольно хорошо аргументировать эту позицию, то, что письмо третье до нас дошло, но дошло только отчасти, и оно вставлено в это второе послание апостола Павла. И это объясняет разницу в настроениях повествовательного текста. Буквально только один стих, и меняется кардинальное настроение. Сначала апостол Павел пишет о любви между апостолом и коринфянами. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Святитель Иоанн Златоуст очень хорошо комментирует это выражение «сердце наше расширено». Он говорит о том, что от теплоты, от огня и от того жара, того тепла, который исходит от огня, предметы становятся шире и вместимее. Также от теплоты любви сердце расширяется и может впустить в себя больше людей и излить свою любовь на большее количество людей. И здесь и говорится об этом. «Сердце наше расширено». Оно широко отверсто для многих людей. Оно готово любить многих. «Вам не тесно в нас», продолжает апостол Павел свою мысль. Действительно, это открытое сердце, расширенное, оно вмещает коринфян и многих других. Христиан из Фессалоник, христиан из Галатии, из Македонии и других мест, где проповедовал апостол Павел. Действительно, все эти христиане у него в сердце у апостолов. Но в сердцах ваших тесно, говорит апостол Павел. Он говорит коринфянам о том, что их сердце, оно не вмещает апостолов. Хотя их не так много, и помощников у апостола не так много, но их сердце еще зажато, оно еще находится в холоде. И сердце, которое в холоде, оно не вмещает в себя апостолов. Об этом пишет апостол Павел, напоминая
христианам Коринфа о том, что действительно прежде всего должна быть любовь. И именно любовь позволяет воспринимать Слово Божие и впускать его в свое сердце. Но он говорит о том, что в их сердцах еще тесно. Они еще не могут воспринять в себя всю полноту любви. «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». И дальше идет вот эта смена настроения, о котором мы уже говорили с вами только что. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием». Сразу от слов о любви апостол Павел переходит к словам обличения о том, что не нужно ходить и общаться с язычниками, те, кто являются внешними по отношению к церкви, то есть людям, которые не христиане. И он довольно жестко говорит в этом отрывке, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» Действительно, апостол Павел, прежде всего, когда он говорил не сообщаться с христианом, с язычниками, он вовсе не говорил о том, что нужно прекратить общение, что нужно замкнуться и не разговаривать с ними вовсе. Нет, он говорил о другом. Он говорил о том, что тот образ жизни, который ведут язычники, абсолютно в обновленном состоянии христианина, который уже умер вместе со Христом и родился для жизни вечной, практически воскрес душою, и осталось только воскреснуть и телом во второе пришествие Иисуса Христа. Не может такой человек быть в сообщении, то есть жить той же жизнью, которой живет и язычник, с теми же страстьми и теми же пороками, которые изобиловали среди язычников того времени. И тут он приводит уже яркую палитру образов. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие неверного с верным?» Ну, здесь стоит сказать, какое согласие между Христом и Велиаром. Это вопросительное предложение. Оно говорит о том, что, скорее всего, под Велиаром подразумевается антихрист или дьявол. Поэтому какое согласие между Христом и Велиаром? Поэтому здесь изначально Велиал в Ветхом Завете обозначал нечто такое темное. Но здесь мы имеем собственное имя, то есть личное имя, и речь идет о личности. И, скорее всего, толкователи сходятся на том, что здесь идет речь именно о дьяволе, о сатане. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Действительно, тело христианина – это сосуд. Сосуд, который должен преизобиловать Духом Святым. В нем должен присутствовать Святой Дух. Но если человек вместо этого поселяет туда идола, то Дух Святой не может войти, потому что человек добровольно таким образом отказывается от общения со Святым Духом. Вспомните, как на Божественной литургии священник провозглашает: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами». Действительно, мы призваны к общению во Святом Духе, и этот Святой Дух должен пребывать с нами. Но если мы поклоняемся идолам и живем среди идолов, то есть предаемся порокам, то в нашем теле нет места, в нашем сосуде нет места для Духа Святого. Поэтому апостол Павел и говорит: «Вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Какая совместность храма Божия с идолами? Поэтому нужно, конечно же, стремиться к очищению своего сердца, но также и беречься от скверной плоти. Будем стремиться к этому, дорогие братья и сестры. А также будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы общаемся с Богом, мы обращаемся к Нему. А когда читаем Священное Писание, это Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей.